Всем приветики. Оказывается, я умею притягивать предметы, смотрите. Вот как-то так это выглядит. Он просто прилип, примагнитился к пальцам и держится на них. Рука не липкая, сам фантик тоже, они просто, ну, обычные. И вот он прикрепляется к руке и не хочет от нее отваливаться, потому что это моя суперспособность. Когда нужно, я могу примагнитить. Правда, она недолго действует. Надо еще осваивать свои силы. И, ну, вот как-то так они работают. Просто я еще не до конца их освоил вообще. Но так как-то вот так вот это выглядит. Он просто держится. Просто держится. Даже вот если потрясти, он все равно не хочет падать. На одном лишь мизинчике висит. Вот повернуть его в разные стороны. И все равно он остается на месте. Вот, ну никак не хочет. Он уже даже на другую сторону перебрался и катается по пальцам. Видно же, что все сухое, все чистое, но он прилип. Примагнитился. Такая вот интересная штука. Вот поближе, чтобы лучше было видно. На самых кончиках висит. Я пытаюсь. Вот как-то так это выглядит. Я вот сталкиваю его, он все равно не падает, на кончиках держится, на самых кончиках. На самых-самых. Это прикольно. Можно глянуть с другой стороны и увидеть то же самое. Ну вот, наконец-то он свалился. Сейчас еще раз. Опять свалился. Ну чего? Сейчас. Моего. Как-то так это все выглядит. Моя сверхспособность. Магнитить. Фантики. Вот так-то. Прикольно на самом деле. Да, знаю, магия вне Хогвартса запрещена, но иногда все-таки не удается сдержаться.